Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Лесногородской детской школе искусств. Лесногородская музыкальная школа была открыта на базе общеобразовательной школы в сентябре 1980 года с контингентом в 30 учащихся по классам фортепиано, баяна и аккордеона. Затем школе было передано здание бывшего детского сада, в котором школа прошла долгий путь становления и развития. В 2005 году за многолетний плодотворный труд коллектива школы, сделавшего Лесногородскую музыкальную школу одним из лидеров культурных учреждений Одинцовского района, администрация района строит в поселке для школы новое прекрасное здание, на то время не имевшее аналогов в Московской области. В настоящее время школа представляет собой многофункциональное учебно-творческое объединение, имеющее в своем составе художественное и музыкальное отделение с отделами фортепианной, хоровой, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных инструментов, отделение современного искусства, отдел клавишных электронных инструментов, класс современной хореографии, отдел эстрадного пения, дошкольное отделение и отделение платных образовательных услуг. На данный момент контингент школы составляет более 400 учащихся. В школе работает 38 преподавателей, 30 из которых имеют высшую квалификационную категорию. Многие преподаватели награждены почетными грамотами губернатора Московской области, Московской областной думы, Министерства культуры Московской области, медалями за доблестный труд на благо Одинцовского района. Два преподавателя имеют почетный знак Московской областной думы за трудовую доблесть и за труды. В школе также работает талантливая молодежь, пятеро из которых являются лауреатами международных конкурсов. Силами наших преподавателей и ведущих музыкантов России в школе функционирует музыкальная гостиная для учащихся и населения Одинцовского городского округа. Частыми гостями нашей музыкальной гостиной становились выдающиеся музыканты. Среди них заслуженный артист России Александр Гиндин, артисты Московской областной филармонии. В нашей школе каждый ребенок – участник большого коллектива. Именно поэтому у нас есть оркестр русских народных инструментов, оркестр духовых инструментов, струнный ансамбль, 5 хоровых коллективов, 2 концертных вокальных ансамбля. Благодаря высокопрофессиональной работе наших преподавателей, ученики школы ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня и неизменно становятся лауреатами. С 2018 года учащиеся школы проходят отбор юных музыкантов из различных уголков России и оттачивают свое мастерство в образовательном центре «Сириус». В копилке школы есть серебряная медаль Дельфийских молодежных игр России. Учащийся школы Стасенко Тимофей стал финалистом всероссийского конкурса «Синяя птица». Ежегодно наши ученики становятся стипендиатами главы Одинцовского городского округа. Гордимся учащимися школы, которые становились стипендиатами губернатора Московской области и межрегионального благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветы Вороновой. Thank you.
из года в год, изо дня в день Лесногородская детская школа искусств расширяет свои горизонты. Талантливые и профессиональные преподаватели, замечательные творческие дети, культура поколений, воспитание любви к искусству, к малой родине и России. И все это мы, Лесногородская детская школа искусств Одинцовского городского округа. Смеяться, кружиться.